Angel, earth angel, will you be mine? Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие грязки. Сегодня опять необычный ракурс. Хочу показать вам покупки с Алиэкспресс, которые мне пришли недавно. Мой заказ. Три моих заказа было. Я начну с первого такого технического рабочего. Это такой вот скотч. Он, как вы можете заметить, кружочками. Это двухсторонний скотч для того, чтобы прикреплять на него какие-нибудь пайетки, там фетровые фигурки, деревянные фигурки. Все то, что хотите прикрепить вместо клея. Вот. Это очень удобно на самом деле. Да можно даже всякие вырезки и картинки приклеивать. Вот такой вот он. Вот. Они все такие неровные приходят. Очень удобная вещь. Увидела у нескольких блогеров и решила тоже заказать. Стоил копейки. Все цены я буду внизу писать. Ссылки тоже оставлю внизу. Далее сбылась моя мечта. Я сделала себе такой подарок долгожданный у моего любимого продавца, у которого я всегда беру скотчи красивые. Я сделала заказ вот таких вот скотчей с золотым тиснением. Это просто волшебная сказка. Я всегда хотела именно эти дизайны. Конечно, я хочу намного больше. Там куча разных дизайнов есть. Но в первую очередь мне нужны были, конечно же, ананасики. Просто потрясные. Посмотрите, сколько намотки здесь. Затем вот такой вот, который я очень активно юзаю. Просто в каждое письмо сейчас стала его приклеивать. Затем вот такой вот в горошек, просто милость. Очень-очень классный, приятный скотч. Посмотрите, как он переливается. И последний, это вот такой вот цвет Тиффани с золотым тиснением. Напоминает рыбью чешую или русалочку какую-нибудь. Тоже очень красивый. И просто не могу от него взгляда оторвать. Радует, что у всех намотка такая большая. Далее я у продавца нашла вот такие вот скотчи по 5 метров. Это, конечно же, меньше намоткой, чем те. Вот здесь вот такой вот скотч с таким дизайном. Так, я решила сразу распаковать их. Кстати, вот это вот, это те самые американские скотчи, которые мы видим на западных каналах. Просто, может быть, это аналоги, я не могу ручаться, что это оригиналы. Но они точные копии оригиналов. Здесь их также много. И по качеству они такие же. Просто такие же. Также точно блестят. И вообще очень классная клейка основа. И да, они бумажные. Это самое главное. Вот эти тоже бумажные. Но золотое тиснение у них, конечно, не такое, как на тех. Оно не такое ярко выраженное. Ну вот, например, посмотрите. Вроде бы красиво, но что-то не то. Они на вид какие-то более глянцевые, но на самом деле они бумажные. Такие вот акварельные. И написано «So happy, so cute». В основном я и пользуюсь вот этим, потому что здесь у нас такая надпись. Сейчас. Пришлось отмотать, чтобы показать вам надпись «Hello» написано. Вот. Так что вот такой вот скотч. Тоже ничего. Но все-таки что-то не то. Я не знаю. Вот эти скотчи, они куда круче, чем вот эти. Но они... Вот эти, я не помню, сколько стоили. По-моему, дешевле. Но здесь намотки меньше, конечно. Здесь всего по 5 метров. Но это тоже ничего. Это тоже много. А здесь, наверное, метров 10. Ну, или 8. Даже не знаю. Теперь давайте перейдем к авторским наклеечкам. Ну, так они назывались. А здесь у нас, кажется, 24... Нет, 15. 15 наклеек вот таких вот. Это все у нас иллюстрации. Конечно, есть небольшие повторы, но в основном они все разные. Иллюстрации потрясающие. Они очень большие, очень красивые, и все такие вот маркерно-акварельные. Сейчас я постараюсь вам все показать.
Forget about signs and rules. Oh, the pavement and the long, long roads. Yeah, and you're always in such a rush. With your light playing from the stereo. Так что вот такие вот покупочки. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, что-то вам пригодится. И вы смогли узнать о тех товарах, которые сами хотели, может быть, купить. Наклейки просто потрясающие. Не могу от них оторвать глаз. Как я уже говорила, вот это просто очень-очень нравится мне эта иллюстрация. Планирую в следующий раз купить еще другие виды наклеечек. Мне кажется, на подарок очень классно дарить такие стикеры. Обязательно возьму еще. Так что такие вот дела. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.